что? Погнали. Раз. Погнали? Да, да, да. Да. Кому карандаш? Спасибо. Он заточенный, нормально? Я лучше карандашом начал. Не суетись, да. Здесь тормоз не жми ни в коем случае. Да, ты... Да, все равно на газу, значит. Не-не-не, нормально. А, все равно. Так, на газу. Так, ну выглядит за трассу еще нет. У меня по регламенту. Не, я имею в виду, что там упал. Ну что, как? Да нормально. Лебедка отхлебнула прям на этом. Все снимал вообще поржовку там. Когда нарежу все это сделаю. О, мне надо такую же камеру. Там кишай стоит? Не, это лупа, которая... Одним касанием обошелся. Мне так тоже не дали. Да, не легко. Стоп, стой, тихо, тихо. Не, здесь лебедка должна быть всегда просто готовая. Один блогер хороший фотограф. Высоко повел. У нас одна лебедка, одна у меня. Вот. Ну я уже технический. Да, да, да. Да. Давай поворачивайся, я буду. Пока держи. А то он пусть денег на разных колесах. А? Да, да мне под стой, проект надо, надо понять масштаб колеса. Внешний 120, да? Здорово. Плавненько, чуть-чуть давай. Я просто этот, дрондулет строю от гелика. Дрондулет. Ну, 120. Ну, да, а у него там сколько? 21 колеса. Товарищ судья, идите сюда. Да, так и есть. Да, но 120 это не... Нет, там 120 внешний, но профиль низкий. Низкий профиль, да, но там сам вот... Нет? Блин, как это назвать правильно? Само колесо на, как бы на оригинале, оно кажется меньше. Где тогда надо идти там? Ну, я, короче, взял сейчас эти. Там внешний 120, а профиль вот такой. Ну, не, это, конечно, для профиля это вообще... Вытягиваем морду чисто лебедку.
А я просто касаться нельзя, да? Нельзя, да. Меж колес пропускаешь, фишку пройдет. Так можно, да? А? Так можно? Конечно. Но если это не ворота. Нет, ну, то есть, ну, это проехал, ворота. Проехал, это ворота. Так нет, я понимаю, что это ворота. Не, это не ворота. Они все подписаны, некоторые как ворота подписаны же. Какие-то без номеров. Ворота, они подписаны, не ворота. Ну, это ворота, там ворота. Можно так проходить? Ну, знаешь как, главное то, что я сейчас спустился вниз, и ты мне, Артем, объяснил, что лебедиться за трассу нельзя. За трассу нельзя лебедиться. Смотри, там есть. За трассу. Флажок тут не пускает, Илюх. Знаешь, какая ситуация? Получилась ситуация, я поставил запаску, да, как, ну, положил запаску, короче, идут ворота, да, я поставил запаску вот сюда, ну, потому что высокая нет. Я падаю колесом на запаску, да, запаска касается воды, ну, сбегается, да, я говорю, где? Я говорю, а то, что мы не бедились там, ну, касается клиента, запаску, короче, сразу руками возьми и дальше, потому что тебе сразу избирающий мужик. Вообще согласен. Можем попробовать, я как технички встану, я типа ты или на лебедке, я тебя буду подтягивать. Но тут, конечно, блядь. Подожди, под задний подклад. Он, наверное, ну, висит, коробкой сел, уперся в это. Я ищу. Опять спускаюсь, опять переворачиваю. Назад и чуть-чуть пытаться подкладывать. В смысле, блядь, там судья, я что говорю, нам не классно. Нет, судья мне говорит, последний взятый ворот. Да я ему что говорю, ведь это нахуй, я хочу так. Нет, зачем тогда судить? Я просто здесь... А, нет, это дальше. Да, он и так заедет. Пробуй лебедку, разматывай. Дотянешь? Нет. Просто я морду разворачивал. Иначе совсем тяжко. Давай. Сюда хотя бы не дотянется. Yeah.
оттяжки ворот. Запаску, запаску. Ты можешь сейчас сразу сюда просто. Не пристегивай, он тебе пригодится. Хотя на подветке все нормально. У меня закончились места, где ставить. Классное место. На пороге разворачиваю. Якорь только смотри. Подмял и вынял. Сейчас. Тебе, конечно, тут сложнее будет, просто из-за длины. Вот это место пиздец, я просто лебедкой морду оттаскивал. Не смотри. Не, да. Не, флажки похер, я не считаю, да. Просто без варика. Рук своих не чувствую. Рук не чувствую своих. Как я поеду я. Вот, еще правее вот. В уголок. Ага. Попробую, может, снизу подсунуть. Да не, она, кстати, это, там нормально. Вопрос, хватит ли мощности, чтобы морду вытащить туда. Мне что-то явно не хватает. Попробуй назад. А? Место позволяет. Прямо руль, прямо. Нет, касания нет еще, это только флажок. Просто тут цепляться некуда, вот, кроме как вот здесь. И дальше там все рыхлое, либо очень далеко разматывать. Я за траву более-менее зацепился. Но травы... Ну, если дотянешься, можно попробовать. Но вот здесь все херня, вот только туда выше. Просто я бы подтянулся сначала бы здесь, наверное, чуть-чуть. Ты вот до сюда доезжаешь, а отсюда... Просто на самом деле тут явно больше, по-моему, про метров идет. Не, вот это метр максимум сейчас. Что у меня намотано, по-моему, было ровно полтора. Тут у меня прикидывало, но я выше сильно. Я снимаю. Часть.
Время!